Это просто не передать. Как-то вот с такого вот маленького и вырасти. Все-таки, как вы говорите, наши родители нам растили, ну а мы растим своим детям. Ну, что поделать. Теженьки, ходите, те-те-те-те-те-те-те. Тежки, тежки. Любите гусей? Люблю. За что? Ну, они такие вот дружеские какие-то. И мясо у них, и пух у них, все вот. Обид жалеют тады. Людмила Ивановна, скажите, как вы со всем этим справляетесь? Я уже привыкла. Другие разы надоест, думаю, господи, хоть бы один выходный был. Даже вот, и ты, я. Да? Ну, во-первых, люди трудолюбивые у нас, так, они, и, как говорят, надо работать, люди работают, надо где-то отдохнуть, люди отдыхают. Ну, черта характера такая доброжелательность, отзывчивость у людей. Придут на помощь, не бросят в беде. Ну, так, люди уравновешенные, ну, хорошие люди живут в Белой Дуброве. Пока, дети. Всё, до свидания. 83-600. Кухер не закручивай, батюшка, пожалуйста. Что еще? Инна, а пошел ты хлеб круглый большой? 22-400. Ну, мы работаем. И мы работаем. Как кошку зовут? Кошку как зовут? Катя. Катя. Юра, это Катя. Так Катя у вас, значит, соавтор. Или она за вами просто наблюдает? Она все время со мной. И спит со мной, да хина и будет. Вот так вот. Только иголку взяла, нитку большую. Толстую. Тоненькую надо брать. Мать вышивала, а мне нравилось все в детстве, как она вышивает. Ну, я сяду, гляжу, а потом стала вышивать, еще в школу ходила. Ну, тогда некогда было за работой. Ну, тогда сейчас на пенсию пошла, опять взялась за это вышивание. Люди вообще хорошие живут в Белой Дуброве? Хорошие, добрые, вежливые. Младшая вышивальщица, да? Это православная часовня в честь Рождества Пречистой Богородицы. Зачем строите? Здесь изначально здесь был храм. В 1764 году он был построен. Ну, это мое такое вот мнение, что сейчас все есть, да, вот как бы в магазинах полки переполнены, все есть, но нету сейчас, вот самое главное, нету духовности. Нету духовности, нету, даже наши многие люди ходили бы с удовольствием, я считаю, сюда в часовню помолиться. Я думаю, что это надо для деревни, надо для людей. Музыку ты любишь? Грустную. Почему? Ну, она медленная, затрагивает сердце. Мы стремимся к тому, чтобы нашим детям что-то дать,
чтобы они были, да, дальше по жизни чему-то научились. И то есть мы все прилагаем усилия, чтобы нашим детям было комфортно, уютно, чтобы они были у нас одеты, не голодные. Ну, то есть работаем. Ну, то есть в таком виде вы обычно в свинарник не ходите? Нет, конечно. То есть для того, чтобы жить так, как живете вы, нужно работать? Работать, трудиться и трудиться. Джур-джур-джур-джур-джур. Как ты их зовешь? Джур-джур-джур-джур. Это как свинок подзывают? Да. А кыс-кыс-кыс не работает? Кыс-кыс. Боже мой, боже. Ой, я говорю, да не надо меня фотографировать. Ой, господи, откуда вас Бог нанес? И хотя подставишь, молодая не фотографировалась, а он там портрет такие не мудрые. Ну, а так еще троху шовалюсь. Там мне сейчас, если все сбыть, Маня, одно, что дочка скажет, бывай, это мне лучше лечь и память. Там уже без коровы, без хозяйства, это как на свет, живешь на свете. Я так привыкла. Ну, мальчик мой, мальчик мой. Ну. Силка, 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 силка. Переневаляется на диване, давай. Скажи, что, поваляется? Залазь, залазь. Маму за ручку веду, как больше сейчас. Это в школу я иду самый первый раз. Ой, ой. Все, красавица. Белые Дубровья, я родилась. Здесь я живу. Познакомилась вот с мужем своим, он не с Белой Дубровы. Ну вот и решили здесь остаться, жить в деревню. Поженились. И как-то вот так решили. Не решили, но так, наверное, Бог дал. Трое деток. Компот свойский, так. Белодубровский. Да. В этом году у нас большой урожай и вишен, и всего навалом. И яблок. Осторожно. Все свое у нас. Скажите, пожалуйста, держите хозяйство? У нас коза встречала у вашего дома. Да. Решили вот поэкспериментировать. Да, одни уже выросли, других маленьких взяли, подрастают. Да, Соф? Ты видела маленьких дюсок? Видела? И Даша умеет делать. Да, Даш, как делают хрюшки? Как делают хрюшки, Даш? Нет, покажи хорошо, как делают хрюшки. Все будет хорошо. Я, конечно, как молодая мама, хочу, чтобы было все хорошо. И у нас, и у других людей, у всех наших односельчан. Я думаю, что будет все хорошо. Вкусный!